Привет, крошки, можно я возьму у вас немного меда? Не возражайте. Я просто подниму крышку. Очень осторожно. Ой, блин. Этот улей в еще более плачевном состоянии, чем я думал. Что-то застряло между суток. Старая фотография. То самое лето, когда тетя Мэри научила меня пчеловодству. Мы с ней часто пели пчелу. Она говорила, что если прислушаться, то можно услышать, как они подпевают. Да, романтично. Тетя, твоя. Что эта фотография делает в меде? Тетя Мэри, конечно, была странной, но все. Мало ли тетя Мэри положить ее сюда. Но зачем? Я должна докопаться до сути. Но прежде, извините за ваш дом, пчелки, я построю вам новый обещание. Пять этажей, 60 спален и бесплатная парковка в подвале. Пойдет? Отлично. Так, ну, пожалуй, вот такое надо построить. Замок достойный столицы пчел и ее преданных рабочих. Чау-жу-жау. Солнце садится, завтра проверю остальные. День первый закончен. А что встречает новый день? Должна быть. Хорошо, давайте начнем. Как же я устала. Буду спать без задних ног. Это еще что? Я только заснул. Кто там воет? И мы поедем, мы помчимся на аллею утром ранним. Эй, там! Привет! Мы, кажется, не знакомы. Я Лили, твоя новая соседка. А я Люк, организационный. Что ты здесь делаешь в 3 часа утра? Ха-ха, извиняюсь, я привык к этой старой тёлке. Она никогда меня не слышала. Ну, раз знакомство с детекой, я, пожалуй, перемещусь со своим творчеством в гараж. Спасибо.
день второй. Как-то так. Доброе утро, пчелы. Доброе утро, цветы. Доброе утро, странный играющий на банджо сосед. Так, у меня осталось 29 дней, чтобы привести это место в порядок. Это же 232 рабочих часа, минус обед будет... Что за... Почему мой сад похож на свалку для металлолома? Люк. Поговорить с Люком. Ладненько, поговорим.